Счастливые родители. Волнуетесь? Очень. Речь прорепетировали? Нет, конечно. Сейчас будем на ходу. Да, что-то у нас здесь прям поредел рядочек. Девчонки. Да, да. Дорогу там уже два раза перекрывали, мне кажется, они поэтому там так долго ехали. Пока здесь дискуссию не слушали. Очень прикольно, что поедем сюда и назвали Фольксваген. Дорогие родители, вам слово, микрофончик отделили. Растерялись. Друзья, поддержите аплодисменты родителей. Просто поддержите. Событием вашу жизнь. Микрофон дайте. Венчание, бракосочетание. Мы вас поздравляем. Мы вас любим, мы вас благословим. Хотим, чтобы вы жили дружно, счастливо, долго. Всегда улыбались, всегда солнечная погода. Всегда, чтобы было столько друзей. Особенно, когда вы родите первенца. Вот, да, друзья, очень любопытно. Вот родители встречают хлебом да солью, желая достатка молодой семье. Но, как говорится, в каждой семье должен быть глава семьи, да? И вот если родители позволят, можно, да, с помощью каравая определить, кто же будет главой семьи. У меня только вопрос к гостям. А, дорогие гости, кусаем или ломаем? Кусаем! Отлично, ну тогда кусайте, у кого кто больше откусит, тот и будет главой семьи. Че, Никит, ты представляешь возможность? Давай одновременно, с двух сторон. Под ваши аплодисменты, друзья! Ой, хорошо, Галюня, старайся! Вот, хорошо, здорово! Так, ну-ка, Галя очень хочет быть главной. Друзья, у Галины больше кусочек аплодисменты! Дорогие молодожены, ну а теперь мы попросим вас... Папа, подожди, Папа, подожди. Возьми, посоли любимой, Галюня, а ты посоли любимому. Это последняя соль в ваших вот таких отношениях. Теперь это семейные отношения, и они должны быть без соли. Вот ваши аплодисменты, друзья, давайте поаплодируем. Посолили, кушайте, пока не скушаете, вы не отстали. Вот, молодцы, здорово! Классненько, а теперь прям с набитым ртом. Горько! 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 Дорогие друзья, ну а теперь от лица молодоженов давайте их проводим под аплодисменты, а мы следом за ними отмечать это прекрасное событие. Всех приглашаем, друзья! Дорогие уважаемые гости, наши молодожены станут во главе стола. Вы можете подойти поздравить, подарить цветочки. Скажем, да, родители всегда с нами.
Так вот, дорогие родители, огромное вам спасибо за то, что вы есть, за то, что вы будете еще с ними долгие-долгие годы, и за то, что вы их будете поддерживать и любить. Лица вы тоже рюмочки берите, вы тоже хватайте бокальчики. Дорогие друзья, третий тост всегда традиционно поднимается за самых святых людей в этой жизни. Благодарю вас! Благодарю вас! Огромное спасибо, дорогие друзья! В лице родителей наших молодоженов, за родителей нам тост поднять пора! Кирки! 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 Ура! Ура! Ура, дорогие родители, за вас! Спасибо, пап, мам! Ну что, я обещал родителям слово, пожалуйста. Давайте все хотя бы теплые слова в адрес молодых. Мы, конечно же, все очень волнуемся. Когда вспоминаете мою дату, день вашего венчания, когда на небесах Господь Бог соединил ваши сердца. Чтобы вам по жизни идти здоровых детишек, любимых вами и нами, чтобы наша семья пополнялась. Всех благ вам, огромного человеческого счастья, любите друг друга, уважайте, цените, храните все то, что у вас есть, все ваше тепло, заботу друг о друге. Желаем вам всего-всего наилучшего на долгие-долгие ваши семейную, на вашу семейную жизнь. Поздравляем вас, вы наши хорошие. Никита и Галина, от всей души, от родительского сердца, Поближе, Ген, поближе. Не работает. Скорее всего, самого наилучшего. Всех вам. Спасибо. Ура! Давайте, поздравляем. Друзья, прекрасные слова, аплодисменты, пусть не смолкают, классика. Слушайте, мне так... Очарованной свадьбой, как на осень припадает, и на белый танец главный дочка папу приглашает. И сравнить с беседой можно белый снежный танец этот. Слезы счастья спрятать сложно, наблюдая за дуэтом. Белый танец и должен пронесет их любовь сквозь года. Этот танец судьбой напророченный, сердце будет хранить навсегда. Белый танец отца и дочери пронесет их любовь сквозь года. Это слезы, радость, но не горечи, не забудут они никогда. Это белый танец отца и дочери. Дорогие друзья, в жизни каждого отца, у которого есть дочь, наступает такой момент, когда ему просто приходится передать свою красотку дочь в руки ее прекрасного мужчины. Это происходит на ваших глазах. Давайте поаплодируем, поддержим. Это очень ответственный и прекрасный момент. Я предлагаю молодоженам проводить папу до его почетного места под ваши бурные аплодисменты. Друзья, давайте громко поаплодируем. Ох, папе нелегко, конечно, но передает в надежные руки, поэтому бурные-бурные аплодисменты, друзья. Но папа решил туда пойти, к мужикам, ему надо это дело обкурить, обдумать. Дорогие друзья, ну а теперь официально, куда вы убежали? А, провожаете, все, папа провожает. Аплодисменты, друзья. Я стою весь такой на полном.
ваши на мне костюм. И я знаю, что будет дальше. Сотни слов, каждый год за наше счастье. Подними тост, затем тост, затем тост, затем тост, затем. Добро пожаловать на мою, твою, нашу свадьбу. Здесь все только дорогие друзья, Горько молодые, Горько! Друзья, Горько! Горько! Добро пожаловать на мою, твою, нашу свадьбу. Дорогие друзья, бурные аплодисменты, молодоженам, бурные аплодисменты. Ай, молодцы, ай, какая красота. Дорогие друзья, сейчас предлагаем сделать небольшую паузу, немного передохнуть, после чего обязательно... Все сбылось, поэтому желаем вам детишек, как следует, чтобы были побольше, радовали дом, семью, смех детский. Так что, чтобы ваш брак не был браком. Все, поздравляю! Ура! Так, хорошо, Коль, присаживайся. Итак, друзья, сейчас у меня огромная просьба, если будет возможность, вот здесь вот минимум хождений, пожалуйста, буквально 5 минут. А давайте теперь расскажу, что же будет происходить. Дорогие участники, я попрошу сейчас вас, я уже пообещал, я сказал, что мы немножечко расскажем о себе больше, чем молодожены на самом деле знают. И я, на самом деле, ничего сложного не будет, я буду задавать вам вопросы, вы мне на них будете отвечать. Ты мне потом скинешь, да? И в первую очередь я попрошу вас вспомнить и представить визуально у себя в голове ваше любимое место. То место, куда вы ходите, то место, куда вы любите ходить и проводите время с удовольствием. Но мы вместе с молодоженами подготовили мои любимые места, которые каждому из вас достанутся на спинку стула. Какие это места, вы знать не будете. Принципиалка. В общем, друзья, огромная просьба, вслух не читайте, читайте только про себя. Кого? Крестную. Михаила отправляем, да, аплодисменты, все, Миша уехал, здорово, поаплодируем. Да, все, Серега уехал, замечательно. Оп, Анютка, вот. Так, ты его сейчас приклеишь, вау. Крестную или Полину, Галь, за тобой. Последний выбор за тобой. Крестная? Крестная уехала, аплодисменты. Вы все увидели, да? Полина уехала, аплодисменты. Огромная просьба вслух не читать. Поаплодируем заранее всем участникам. Узнаем о них чуточку больше, чем они рассказывают. Итак, Серый, вопрос очень простой. Ты представил любимое место свое? Во сколько лет ты впервые там оказался? Мне кажется, год. В год ты уже там был, да? Я понял. Хорошо, Мишань, а ты в каком возрасте там впервые оказался? 8 лет. 8 лет. Помню, как сейчас, да? Это была какая-то знаменательная дата или так по настроению? Так по настроению. Нормальное у тебя настроение. Крестная, скажите, пожалуйста, как вас зовут? Надежда, очень приятно. Надежда, вы знаете, да, вам не принято задавать такие вопросы. Скажите просто, ну, когда впервые побывали там? Где там? Ну, вот в этом любимом месте. Сейчас. 16. 16 лет.
Друзья, если вам кажется логически похоже, вы аплодируйте. Реально? Так, Полин, скажи, пожалуйста, когда ты впервые там оказалась? С самого первого дня моего рождения. Интересно, интересно. Хорошего соседи. Полин, а тебе кто рассказал, показал? Семья и сама судьба меня привела. Сама судьба. Понял, хорошо. Да. Подождите, подождите. Анютка, мне нужна твоя помощь, Анюта. Значит, Серег, значит, ты говоришь, там, значит, впервые побывал в годик, да? Так, а скажи, пожалуйста, вот давай возьмем промежуток в год, 365 дней. Как часто ты там бываешь? 90 дней в году. 90 дней в году. А когда чаще, летом, весной, зимой? Летом, естественно. Летом, естественно. Хорошо. Мишаня, ты как часто там бываешь? 180 дней. 180 дней. Это, то есть приблизительно там 4 раза в месяц точно бываешь, да? Ну, хорошо, ладненько. Надежда, вы как часто там бываете? 3 месяца. 3 месяца в году. А это что? Это зима, весна, осень? Лето. Чисто летом только, да? Она там работает. А почему вам именно только летом? Расскажите. Я была там только летом. А, я понял, просто. Хорошо. Полин, а ты как часто там бываешь? Каждый день. Что бы ты порекомендовал прям сегодня туда рвануть? Вот мы сейчас свадьбу как гульнем, и потом вот сразу туда. Кому бы ты посоветовал? Ну... Не, давай так, кого бы ты с собой взял? Не, ну молодоженов, естественно. Ну, очень любопытно, так. Всех друзей, знакомых. Да всех, короче, позвал бы. Молодец, какой щедрый парень-то. Аплодисменты, хорошо. А так, Мишань, ты бы кому порекомендовал? Двух братьев. А где братья, где они? Тут? Один брат, это банкомат, который Сергей, а второй Артем. Мне очень нравится, что брата тоже как банкомат называют. Так, хорошо, Сергей, собирайся. У тебя машина приедет за тобой. Она уже машина здесь. Так, первый раз в годик, да, тебе, значит, родные и близкие порекомендовали это место, да? Ты туда с собой берешь чуть какую-то куртку потеплее, такую, да? Чтобы... Одежду обязательно, вечерком выйти, чтобы, да, все, замечательно. Соответственно, ты бы с радостью туда пригласил абсолютно всех, да? Конечно. Кайфануть там, да, все дела. Про какое место рассказывал? Про дачу, естественно. Про дачу, молодец, здорово, ты почти был рядышком. Я тебе так скажу, когда ты предложил всем кайфануть, мужики слегка это обрадовались. Вот, вот про это место рассказывал. Серег, спасибо, аплодисменты. Сергей, друзья, давайте поаплодируем.
Молодоженов очень много, как мне кажется, самых главных гостей. Вы уж меня простите, дорогие взрослые. Говоря о главных гостях, я говорю вот о вот таких маленьких, прекрасных. Вот там они около сладкой ваты, как коня. Да это сейчас вот... Мы все, я все знаю, я все помню. Но пока что я хочу поднять бокалы в лице всех детишек, которые присутствуют на этом празднике. Хочу поднять бокалы за всех детей. У нас готовы результаты голосования, и я перед тем, как их озвучить, еще раз прошу, кто голосовал за девочку? Кто голосовал за мальчика? А вы выходите сюда, вот здесь вот вставать, где Аленка-то? Мелочь забиваю. Дорогие друзья, победил мальчик, ваши аплодисменты, давайте поаплодируем! Я прошу все голоса туда, в Сбербанк, в банкомат, все это. Вложите еще раз ваши аплодисменты, друзья. Слушайте, на самом деле, сегодня прям очень... ...согреться возле очага нашей семьи. Будь то у нас проблемы, будь то у нас радости. Очаг всегда нас обогреет, очаг всегда даст ту поддержку, в которой мы нуждаемся. И всегда было, есть и будет, что хранителями очагов наших семей являются наши прекрасные родители. И сегодня в этом зале присутствуют хранители очагов двух семей, которых я бы хотел пригласить под ваши бурные аплодисменты, друзья. Если позволите, я бы хотел под бурные аплодисменты, дорогие родители. Вы можете никуда туда не убегать, мне главное, чтобы вы стояли рядышком с вашими детишками. Вы не торопитесь пока, подождите. Дорогие родители, перед тем, как это осуществится, я еще раз от лица всех гостей хочу вас поздравить с тем, что... Вы стали самыми богатыми людьми на дочку, кто-то стал богаче на сыночку. И я вас с этим искренне поздравляю, эти аплодисменты ваши, с этим бурным аплодисментом. Это прекрасное событие. И вы знаете, дорогие родители, как когда-то загорался очаг вашей семьи, вот наступил момент, когда вы зажжете очаг молодой и счастливой семьи. Но прежде чем это случится, мне бы хотелось, чтобы символы ваших семей вновь загорелись здесь, в этом зале, под бурные аплодисменты гостей. Друзья, давайте поаплодируем, громко-громко поддержим бурными аплодисментами. Примером. Друзья, ваши аплодисменты. Еще раз давайте громко поаплодируем. Вы нам поджигаете. Мама просто переживает, что ты попал. Подождите. Ребята, прежде чем это случится, я хочу, вот здесь вот собрались ваши родные и близкие. Я хочу с вас потребовать от вас одно слово. Но это слово несет за собой огромную ответственность. Поклянитесь в том, что вы никогда в жизни не позволите погаснуть вашему семейному очагу. Клянешься ли ты, Никит? Клянусь! Клянешься ли ты, Галя? Клянусь! Дорогие друзья, пускай загорится новый очаг молодой и счастливой семьи. Под ваши бурные аплодисменты! Теперь молодожены, показывайте. Горит, вот, правильно, Никит, показывай, как вы будете оберегать ваш очаг. Закрывайте его ручками. Друзья, поаплодируйте.
Дорогие родители, родители волнуются, ждут, когда мы их отпустим. Дорогие родители, присаживайтесь на свои почетные места. Давайте еще раз поаплодируем, друзья. Молодая, счастливая семья. Ура, ура, ура! Так, друзья, ну все, теперь официально. Да, полноценная семья осталась только вот. Детишек. Но есть один момент, который мы что-то совсем забыли про него. Мы же правильно... Муж и жена, прекрасно. Но вот я знаю, что у Гали есть один атрибут, который жене вообще не нужен. А вот он нужен только невесте, правильно? Правильно. И это что? Букет. Вот, Галь, вопрос в следующем. Ты готова передать эстафету кому-то из своих девчонок? Готова, аплодисменты! Приглашаю тебя, Галюнь! А я уверен, что вам та самая стена и та самая... Опора, за которой ты всегда будешь прятаться, на которой ты всегда будешь опираться. Это тот человек, который всю жизнь будет тебя беречь и баловать. Правильно говорю? Правильно. Вот ответь не мне и ответь не гостям. Ответь ему. Ты счастлива? Ваши аплодисменты, друзья. Ники. Вот она сказала, что она счастлива. Ее счастье только в твоих руках. Приумножаем счастье. Ваши аплодисменты. Мы готовы передать эстафету. Так, я что-то не пойму. А вас что так много-то? Все остальные женаты. Так, дорогие дамы, как бы ни произошло это гадание, 8-926. Так, Алексей, да. Алексей. Да, конечно. Ой, вы готовы, девочки, вы готовы? Ну да, тоже готовы. На счет три, ой, сейчас будет интересно. 1, 2, 3 и... Да сейчас, конечно. Не-не-не-не-не. Галь такая хитрая. Мы просто проверить, кто из вас больше замуж хочется. Так, ну что, поехали. 1, 2, 3. Опа, ушел букет. Кто? Аплодисменты, друзья. Давайте аплодируем и поздравим. Вот там уже остался букет. Такая прелесть. Все-таки, да, куда я рассчитывал. Так, друзья мои, у нас осталась самая сладкая часть нашего торжества. Ветер подул, все решила судьба, девочки, извините. Друзья, у нас осталась самая сладкая часть нашего сегодняшнего торжества, поэтому я вас еще раз приглашаю за столики. Очень хочется сладкого, друзья, всех приглашаем к столу. Друзья, посмотрите, какая красота, ваши аплодисменты! Супер! Вот это красота! Дорогие друзья, ну и под ваши аплодисменты приглашаю молодых к своему свадебному тортику! Давайте поаплодируем! Первый кусочек свадебного тортика вместе. Давайте вырезаем, аплодисменты звучат. Так. Оба. Молодцы. Здорово. Так. Супер, отлично. А давайте его еще вот пополам, чтобы удобно было. Вот. Супер. И эти кусочки мы отдаем кому, родителям? Правильно? Под бурные аплодисменты. Давайте поаплодируем. Вот, отдавайте. Так, ладно, это маме, папе. Теперь еще один. Давай тарелочку еще одну. А, отрежьте вот отсюда. Теперь маме еще сейчас. Да, маме сейчас еще. Мама, а чего вы не торопитесь за сладким?
А что вы за сладенького не хотите? Хотим, да? Давайте поаплодируем, друзья, поаплодируем. Вот тоже. У мамы вкусный кусочек. И, ребят, еще отдельно, если позволите, попрошу еще один кусочек. Отрежьте, пожалуйста. Чего-чего? Да, сейчас, секунду. Не знаю насчет крестного папы, у меня тут бабушка есть, и я вот очень бы хотел бабушке самый сладкий кусочек, вот так. Так, о, хорошо. Слушайте, вы прям как будто каждый день торты режете, правда? Давай два кусочка, значит, бабушка, мы с радостью. Ничего, сам отнесешь, деловой, сейчас бабушек будем куда-нибудь вот иди нести. 2500, Леха, что тебе мяса не хватило, Леха, жена, на сладенькое потянуло. Сколько? А вы что психанули-то? Что сорвались-то, ребята? Слушайте, нет, ну торт крутой, реально. Он там, я вот там поближе его видел, там вообще. Так, 10 тысяч раз. 10 тысяч два. 10 тысяч. Три продано, аплодисменты. Идите, вручайте. Давайте поаплодируем, друзья, бурные аплодисменты. Так, хорошо. 30, сколько? Говорят. 30? Браво! Мы сдачу не даем. Аплодисменты, друзья. Небольшой бонус. Смотрите, вы сейчас меня поймете. Обладатель второго кусочка имеет полное право в период 2022-2023 года в любой день, в любое время позвонить молодоженам. И если, к примеру, вам нужно достроить сарай или посидеть с ребенком, вскопать картошку, вы имеете полное право, обладатель этого кусочка имеет полное право позвонить молодоженам и сказать: «Вы мне нужны». И молодые не вправе отказать. Так, второй кусочек есть у нас? Готов второй кусочек? Да. Так, там еще дизайнерское решение. Стартовая цена вновь 500 рублей. Любая поднятая рука, шаг 100 рублей. Слушай, так, Алексей, 600, да, или сколько? Сразу 1500, отлично, 1500 раз. Лех, а что тебе надо? Картошку скопать, что тебе нужно? Ну, я и говорю, ну, а вдруг ты захочешь посидеть, отдохнуть? 1500 раз. 1500, два. Так, смотри-ка, психанул. 2500 здесь, смотри, сразу перебивают. 2500, а там, смотрите, ты представляешь, они могут тебе стартер поменять даже. Шепчет ему там. Так, 2500 раз. 2500, смотри-ка, про стартер сработало. 3500, Леха, ты точно, мне кажется, ты мне соврал сейчас про картошку. Я, говорит, сам ее накопаю, но торгуется. Он говорит, я сам скопаю, но торгуется при этом. Так, 3500 раз. У нас, кстати, с тобой про картошку сегодня прям, да, такая да, тема. Так, 3500 раз. 3500, 2. 3500, 3. Продано, ваши аплодисменты, друзья. Поаплодируем, здорово. Так, вручайте. Леха, ты же помнишь это? А, у вас переводом? А я в какой-то момент попросил или что? Никит, а ты что такой доверчивый-то? Лех, ты помнишь это? 12 стульев, помнишь фильм? Аплодисменты, давайте поаплодируем. Круто! Очень здорово, хорошо. Так, ну и что у нас тут? Еще один кусочек остался. Алексей. От Никиты. Да. Сегодня было просто об этом сказано. Поэтому, друзья, вместе с третьим кусочком, обладатель третьего кусочка имеет полное... Как-то вы недооценили Никитина еще. Вот. Соответственно, вы имеете право в период 2022-2023 года позвонить и сказать: «Никита, готовь». И он готовит, и вы приезжаете и наслаждаетесь этими вкусными вещами. Щи! Мы что? Вот, давай в щи. Нет, мы говорим про блюдо. А
кто приезжает? Я или... Ну, нет, нет. Ты приезжаешь? Тебе приезжают. Ко мне приезжают. К тебе приезжают, ты готовишь. Без проблем. Так, все, так, собственно, вот тоже 500 рублей, стартовая цена, шаг 100 рублей, 1000. Вот он, кто на щита сразу клюнул, да? Захотелось от жениха-то, да, вкусненького? Так, 1000 рублей, раз. Ага, две, да, 2000, 2000 раз. Евро берем. Это не 2000. Так, 2000. Это полторы, но тут было уже 2, прости. 2000 раз. У меня, видите, как быстро сразу я рассчитал. Причем сразу, да, курс здесь уже есть заложенный. Так, 2000 раз. Да там уже стартер, ничего не получится. Тут все, тут уже щами. Ладно, забирай. 2500 раз. 2502. Так, слушаю. 2600. Приехал сладковешка. Залетно. 2600 раз. Можно? Там же на Сбербанке было написано номер. А что? А как это? Ну, я и говорю, там же 5000. Что? Друзья, может, ну, раньше тоже надо было сказать, что перевод можно же. А ты тут раз сразу, 5000 раз. 5002. 5000 раз, половина, 5003 продано. Ваши аплодисменты, давайте поаплодируем. Так, да, Никита. Да, сейчас, секунду. А, не знаю насчет крестного папы, у меня тут бабушка есть, и я вот очень бы хотел бабушке самый сладкий кусочек. Вот так. Так, о, хорошо. Слушайте, вы прям как будто каждый день торты режете, правда? Давай два кусочка, значит, бабушка может с радостью. Ничего, сам отнесешь, ты ловой, за бабушек будем куда нести. Вот, иди нести, аплодисменты. Так, хорошо. Самое прикольное, да, что он просто тортик дает, а вилки будем продавать сейчас. Да, сейчас мы еще один кусочек. Еще один кусочек. Так. Че? А у нас свидетели сегодня что-то расслабились, да? Я с вами согласен. Так, свидетели, ну-ка сюда давайте. Вам кто-то вас там ждет. Бабушки. Да, я жду, когда вы отрежете вместе. Опа, класс. Все, и бабули понесли. Здорово. Нож оставь. Нож оставь. Друзья, поаплодируйте, здорово. Так, классненько. В лице прекрасных бабушек, которые сегодня празднуют с нами этот замечательный праздник, я хочу поднять бокалы за всех самых любимых и дорогих бабушек и дедушек. Они самые незаменимые люди на нашей жизни. Спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо, что вы сегодня радуетесь такому празднику у ваших детей. Дорогие друзья, ну и конечно же... Дип-дип! Дип-дип! Ура! 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 Не на плечи, а за руки, за ноги. Аккуратнее там колонки. Вот, мужики, вот за руку возьми, мужчина. За руку возьми его. Все, опускайте его. За руки, за ноги, мужики. Вот можно вас попросить за руку его взять. Не держать его торс, а за руку. Вот, и прям за руку. И все, здесь отпускайте. А за руку держите вот за вот эту. Вот, все, уберите вот отсюда руку. Вот так. Супер, мужики, а теперь ниже. Замечательно, прекрасно. Теперь вот так разворачиваемся. Разворачиваемся. Ноги на ширине плеч. Дорогие друзья, конкурс называется «Бабушка». А задача очень проста. И
Сергей, назови мне любое число от 1 до 24. Ну, 4! Сколько? 23. Итак, друзья, кукушка должна пропутовать 23 раза. Мужики раскачивают, свидетеля. И каждый раз, стой, подождите вы! Каждый раз, когда его голова появляется между ног у нашей свидетельницы, он должен крикнуть ку-ку. Ровно 23 раза, 23 раза должны побить. Итак, поехали. Ку-ку громче ори. 2, 3, 4, 5, 6, как там, нормально? 8, а ты садись в это время! Он начинает тише кричать. 10, 11, нормально все? 12, Алёнка, где как? Нормально все? Алёна! Подождите, вот такой ку-ку. Садись, Алёна, садись! 17, 18, 19, 20, 21, 22, он залипает, ты ему не мешаешь. 23! Аплодисменты, друзья! Я думаю, на этом достаточно. Алёна, ты когда-то не встречалась с такой кукушкой? Нет? Что, ты позор? Нет, что ты? Не надо просто терять Денису. Друзья, давайте еще раз поаплодируем. Бурные аплодисменты. Так, ну слушайте. Вы хотели какой-нибудь смачный конкурс? Давайте-ка уже верните нам официально, пожалуйста, Аню, супругу Никиты, будьте добры нам, пожалуйста. Все, возвращайте, вы хотели конкурс, мы сделали. Все, возвращаем, иди забирай свою любимую музыку, ехали, поехали дальше.
Малиновый день, под малиновой звездой, охотник, брюк, как солнце, освещает все вокруг. Я подружаюсь в ритм и танцы, ночью попытаться метаться, но некуда деваться. Малиновый, ну как мне запоминать полдня, то малиновый день, под малиновой, то малиновый, рай, под бас, который мы с тобой здесь отметили. Что?
времена, эти долгие ночи, без странных фрукеридов пробивает тело. Но я сам хотел того, чего я делаю, поздно спать. Рано просыпаться, давай танцевать. Еще лет 12, нет причин, чтобы вернуться в сторону нежелания. Лататься по городу день, ночь, все перемешало здесь прошлую ножку. Чтобы не мешало, пусть будет сердце мое открытым. Почувствую ритм, полутерянных душу не возит. Это веяние домой без сил, пока не станет рано, нет, надо. Чтоб руки летали на голову. Не стой, не стой, помогай мне. Слепнут они наоборот, все острые крепкие, все великолепно. Кто-то слеплен у средних лет, пробуй, требуй, сфильм. Все новых, старых, побольше ритмов, новых, странных. Потяжек всех гордых, ровных, рваных, называй таранных. Давно пора установить тело полупотерек. Шаг вправо, шаг влево, назад, шаг вперед. Шаг на месте, кому что нравится, и снова двое. Смотрят опять низкий старт, взлет, ложь не перевали. Здесь все с тобой, все, кто попал в аварию. И вон опять пилоту, на этой слетной полосе. Летаю за остановку. Его недавно хватало вполне. Давай, не думай, а помогай мне. Давай, давай, я. 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 Шаг вперед, назад, влево, вправо, 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 шаг